Добрый день. Ну вот у нас идут занятия по реабилитации травмы. И у нас как раз те люди, которые уже занимались. Кстати, этот материал интересен не только для тех, кто смотрит, но и для вас, потому что в какой-то момент история посмотрит. Ну и тихонько пошли, двигаемся. Раз, раз. Бедра, плечи, руки можно здесь опустить слегка. И вот почувствовать, что движение идет не в руках и в ногах, а движение вначале идет в позвоночнике, от позвоночника движение. Раз, раз. И вот интересно, когда я занимался в институте, у нас был преподаватель, который говорил, как определить, когда пациенты выздоравливают. Легче всего у женщин. Если заходишь в палату, они могут жаловаться, стонать, причем даже больше, чем раньше. Это, говорит, не имеет значения. Посмотрите на них. Есть ли у них прическа, накрашены губы, сделан педикюр, маникюр. Все! Поэтому, Надюш, понимаешь, все, что ты сейчас рассказывала, неправда. Потому что вот посмотреть на нее, да, Андрюш, совсем другая... Прекрасная, понимаешь? Поэтому там ребята, это ребята, но с другой стороны это уже совсем другое. И вот по ноге, раз, раз. Особенно вот для Андрея, раз, раз, по одной ноге. Угу. И обратите внимание, чтобы не просто руками, а такое чувство, что тело посылает руку, а рука идет туда. Здесь. И минимум напряжения, минимум напряжения. Хорошо. Еще немножко руками подвигать. И теперь руками поделать восьмерочку. Раз, в одну, в другую сторону. И в обратно. Теперь слегка подвигаться вперед, как бы накатываясь на седалищные бугры и слегка приподнимаясь. Раз, 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 раз. Кстати, вот это движение. Поясница, да, немножко назад проходит, а потом вперед как раз. Кстати, это движение очень похоже на движение, если вот сюда руки поставить, вот так, это то движение, которое делает наездник на лошади. То есть на лошади человек не подпрыгивает, а притирается к лошади. Раз, раз. То есть движение лошади вроде бы идет так, а ты двигаешься вперед-назад. Раз, 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 раз. И вот здесь очень важно не просто двигаться, а поймать определенный ритм, когда тело входит в определенный ритм и начинает двигаться. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Маленькие-маленькие движения. В чем хитрость маленьких движений? Немножко поделать, это устали. Ноги стряхнуть. Все время потихоньку менять движение. Раз устали, сразу же переключаешься на другое. Причем с руками, с ногами не имеет значения. Раз, сразу же переключаешься на другое. Раз, переключаешься на другое. Ну вот. Не знаю. Спрашивают. Ну вот, хорошо. Так двигаться. И тихонько подвигаться здесь. Угу. Из стороны в сторону. Раз, раз, раз. Так вот, на первый взгляд кажется, что движение очень маленькое. Так не напрягайтесь. Делайте слегка так сильно. Вот, вот. Вот хорошо, когда у человека есть с чем сравнить. Считайте, что вы занимаетесь розами. Вы же не так напряжены. Вот. Ну, немножко ошибетесь. То есть здесь еще гимнастика хороша тем, что ты можешь слегка ошибиться из стороны в сторону. Хорошо, хорошо. Ага. Ручки соединить, пальчик с пальчиком. Ножку с ножкой. Раз. Руки где-то здесь можно опустить, ага, удобненько сесть. И тихонечко вращаем позвоночник. Значит, чтобы вы как бы понимали,
что нагрузка вроде бы кажется маленькая. Там в тренажерном зале человек поднимает груз, двигается быстро, там тренажеры какие-то, все. А здесь делаются маленькие движения, да, маленькие, раз, 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 раз. На самом деле это очень большая нагрузка, потому что, ну вот Андрей у нас водитель, профессионал, да, так. Вот самая большая нагрузка у машины, когда она двигается. То есть первое, столкнуть ее с места, это максимально, первая скорость, это самая энергозатратная, если на первой скорости все время ездить. А теперь представьте, что во время движения первый толчок дают сухожилия, то есть 80% на первый толчок, на первую скорость. А теперь посмотрите, что получается. Первая скорость, тормоз, первая скорость, тормоз. То есть это та максимальная нагрузка, которая даже машину разрывает. Услышали? И поэтому вращайте позвоночник, а я вам просто покажу. Поэтому, когда вы делаете вроде бы маленькие движения, на самом деле это идет очень большая нагрузка. И одновременно вы ставите на место суставы, освобождаете правильное место, потому что правильное движение, и одновременно еще укрепляете. Поняли меня, да? Поэтому даже вот когда наложена повязка, она еще специально наложена, она является не просто повязкой, которая удержит, потому что когда гипс наложен, то там движения нету. Суставы не двигаются, внутри все не двигается. Здесь же получается, что повязка, она еще создает определенную трудность для движения, она тренирует связочный аппарат. Поняли меня, да? То есть она как бы еще является специальным тренажером. Хорошо, вращаем позвоночник. Хорошо, остановились. И опять тихонько пошли. Раз, 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 раз. Угу. Надюш, хорошо. И знаешь, что мне понравилось? Вот обрати внимание, движения мягче стали. Вот даже если взять первый, да, да, да. И очень важно, чтобы совпадал ритм низа и верха, чтобы не было разве ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Хорошо. Тихонечко встаем. Ну, можно даже стульчики оставить рядышком. Встали. Так, давайте я вам дам стульчик, чтобы у вас просто была как где-то и подстраховка. Всегда, когда занимаетесь, всегда рядом должно быть что-то, за что можно по-настоящему схватиться. Стул, вот у кого нижние конечности, подоконник, стол, чтобы всегда можно было фиксировать. Встали ровненько. Ага, вот хорошо. Расслабиться, слегка покачаться. Расслабить руки, расслабить лицо, лоб, щеки, веки. Почувствовать, как нижняя челюсть даже слегка расслабилась. Хорошо. Слегка покачиваясь. И вот теперь тихонько-тихонько с ноги на ногу, с ноги на ногу. Маленькие движения. Чувствовать собранность тела. Чтобы напряжения на лице не было. Раз, 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 раз. Если какая-то нога повреждена, она выздоравливает. Она выздоравливающая нога. Другая нога здоровая. Они должны двигаться одинаково. То есть нога, которая выздоравливает, удерживает здоровую ногу. Так же, как и рука. Нанюш, великолепно, великолепно. Вот, вот. А лучше не так. Лучше даже две ручки поставить вот так. И лучше плечиками осторожненько, осторожно так. Раз, 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 раз. И как бы здесь еще что важно, что когда работаете, не стараться делать очень хорошо, потому что нужно исходить из той ситуации, которая есть. Если вот у нас очень хороший специалист, потому что выращивает самые красивые розы в мире. А почему самые красивые? Потому что с любовью делают. Так вот, если роза хочет, чтобы она быстрее выросла, взял ее, потянул, она выросла, а затем она что сделала? Засохла. Поэтому нужно создать условия. Поэтому не старайтесь, даже если есть проблема, идите от той проблемы, которая есть. Угу, угу. Раз, раз. Мягенько остановиться, слегка приседаем. Ага, Андрюш, нормально все.
Не бывает так, что забываешь, уже идешь? Бывает. Вот я хочу сказать, есть как бы несколько этапов. Первый этап, когда не верят. Это что такое? Чепухой сделать. Потом начинается занятие. Нужно заниматься, не прекращать. Но потом возникает следующая проблема. Когда человек теряет контроль, он уже думает, все. Поэтому повязкой надо даже выполнять роль, чтобы человек не забывал. Сдерживающий. Понял, да? Вот и у Нани у нас. Что там у нас? Стирку устроила. Молодцом. То есть вот здесь еще что важно. Сразу же хочу сказать, что домашняя работа – это одна из лучших гимнастик. Но не увлекаться. То есть вы уже просто делаете какую-то домашнюю работу не для того, чтобы сделать капитальные, там, я не знаю, генеральную уборку, а работаете, например, трете стол, а цель уже не стол вытереть. А да, вытираете, но это как дополнение. А важно подвигать рукою, там выжать где-то стирку. Не для того, чтобы устроить стирку огромную, а вот повыжимать слегка. Малейшие устали, остановились. Потому что все вот эти даже выжимания, все, это великолепная работа. Там сделать тесто, еще что-то. То есть все вот эти маленькие движения разнообразные. Прекрасно, хорошо. Теперь тихонько из стороны в сторону. Раз, раз. Не-не-не, Наниша, вот смотри. Не торопясь. И вот здесь как бы в начале правильность движения, а затем только скорость. Раз. Не так, посмотрите. Поворачивайтесь в эту сторону, посмотрели на ладошку. Повернулись в другую сторону, на эту ладошку. А эту сюда. Опять эту сюда, а эту сюда. Это у меня одна пациентка научила. Вот так, понял. Она говорит, Петр Александрович, очень просто. Говорит, раз посмотрел на это, раз на это, а ту закрыл, раз на это, раз сюда закрыл, раз, раз, о. Так, надо же проходи сюда, становись тихонько, раз. Вот, становись к девушкам. Нет, к лицом к девушкам. Вот здесь становись. О, хорошо. Мы уже потихоньку начнем работать. И вот тихонько, прямо напротив, знаете, тихонько работай, пока. Значит, единственное, что лучше руки расслабь. Вот руки расслабила, да. И вот отсюда так раз, лучше маленькие движения. Раз, раз, во, раз, раз, раз. Молодчин, раз, 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 раз. Хорошо. Теперь из стороны в сторону руки. Раз, раз. Теперь руки вверх, вниз. Раз, 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 руки вперед, раз, 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 тихонько побежали, раз, 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 раз. Хорошо. Подходим сюда. Так. Осторожненько сможете? Или как костыль нужно дать? Так. Давайте сейчас дам. Подождите минуточку. Один можно. Все. Хорошо. Подходим. Осторожненько. Осторожненько. Андрюш, тогда сюда переходи. Ага. Не будет нормально все. Становимся здесь. И тихонечко. Смотрите. Раз. Движение. Обязательно язык. Надюш, смотри еще. Лучше делать так, чтобы рука была выпрямлена. Чуть-чуть подальше. Вот, чтобы ты слегка вытягивала. Да? Ага. Встать ровненько здесь и тихонько бедрышками раз, 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 ровненько. Плечи на месте, а бедра двигать. И здесь. Хорошо. И тихонечко к себе отсюда раз.
назад на пяточки. Хорошо остановились и тихонечко побежали. Раз, раз. Вот здесь выбежал немножко. Раз, 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 раз. Вот здесь как раз хорошо рядышком перекладина, и можно не бояться, да? Можно даже чуть поближе, как вам удобно. Давайте чуть-чуть отодвину. Ага, хорошо. Раз, 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 раз. Тогда вы здесь постоите. Надь, проходи, пожалуйста, сюда. Андрей. Андрюш. Значит, смотри, становимся здесь. Надюш, значит, чуть-чуть подальше, ага. И здесь, посмотри, сюда ножка нормально достает или нет? Достает нормально? Все хорошо. Становимся ровненько, стеночка. И тихонечко на одну ногу вдох. Остановись на секундочку, дыши погромче. Значит, смотри, обрати внимание, помедленнее. Вот руку сюда положил, раз, другую руку. Посмотри, какая рука лежит, раз, вот. И вторая рука сюда, его. Остановись, хорошо. Голова не кружится? Нет. Нормально? Значит, смотри, лучше более резкий такой вдох. Чем? Да. Понятно, да? Хорошо. Немножко поработай вместе, покажи. Хорошо. Здесь нормально все? Нормально. Колени или... Ага. Раз, 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 раз. Все, молодцом остановились. Хорошо, хорошо, немножко побегать. И здесь точно так же руками поделайте. Чем поделать? По, здесь, повыше немножко, да? Все. По, можно по 4 раза. 4 раза здесь, 4 раза выше, 4 еще, 4 еще. И вниз спускайся. Андрюш, тогда уже показываешь. Хорошо, а мы здесь. Хорошо. И теперь посмотрите. Кисть немножко. Раз, 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 раз. Вот движение. Хорошо. Теперь становимся и немножко назад. Раз. Тут видите, как у нас уже те, кто выздоравливает, уже начинают делиться. Раз. Ага, хорошо. Раз. Ага. Оп, назад. Хорошо. Нормально ножки? Угу. То есть нигде не должно быть больно. Вот. Вот. Ближе подвинемся, вам не мешает. Ничего. Раз. А, хорошо, хорошо. Пониже немножко. Вот здесь можно встать и немножко ножками. Раз, поднимаем. Ага. И самое главное почувствовать. Вот очень хорошо, что сверху идет движение. Великолепно. Ага. Ага, ага, ага. Вот, 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 вот. Поняли, да? Поэтому вот это движение вам и нужно будет. Посмотрите, как красиво идет. Даже отодвину стул. Хорошо, 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 хорошо. Раз, раз, раз. Отдохнуть слегка, пробежаться. Ага. Хорошо. Раз, 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 раз. Вот здесь нужно как раз дома найти такой высоты какой-то предмет. Может стол, может быть стул. И немножко поработать вот этим. Ага, ага, ага. Хорошо, хорошо. Вы немножко поработаете, да. Потом еще снизу, а потом мы с вами. Ага. Раз, 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 раз. А теперь встать и тихонько поприседать. Раз.
Ручки ровненько. Раз, 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 раз. А? Ага. Ничего, 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 ничего. Раз, 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 раз. Оп, оп, оп. Не-не-не. Не надо торопиться. Поставили ножки ровненько, две ножки. Раз. И тихонечко. Оп. 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 Молодцом. Оп. 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 Ага. Ага. О. Ага. Ага. Хорошо. И давайте тогда присядете немножко. А мы с вами уже немножко поработаем. Хорошо. Ага. Прямо сюда. Хорошо. Хорошо. Все, останавливаемся. И теперь посмотрите. Да, проходим сюда. Угу. Становимся. Нет, здесь лучше посидите, чтобы уже не двигаться. Так, немножко сидя поделайте те же упражнения. Ручками вперед, назад. Хорошо. Мы сейчас сделаем одно движение, которое... Ага. Становимся. И посмотрите, тихонько пошли. Раз, 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 раз. И тихонько, тихонько увеличим, 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 увеличим скорость. Хорошо. Слегка. Молодец, молодец. Рука не ничего? Вот это как раз скорость увеличиваешь. Эта работа уже самая сильная. Она сразу же собирает связки. Хорошо, приседаем. Раз, 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 раз. Хорошо. Опять подвигать немножко. Хорошо. Так, присаживаемся. Я уже отойду, Муслим Римович, продолжите. То есть тогда легкий такой вариант, можно комплекс вот свой запускаете, потому что здесь уже... Так, давайте я костыль дам. Да, да. Давайте. Хорошо, можно. Можно, да. Не только можно, нужно. Вот это уже потребность в теле. Да. Причем немножко будет больно, нормально. А вы со стульчиком передвигаетесь, да? Понял, понял. Хорошо, костыль-то здесь поставь. Вот сейчас вот голеностоп, да? Ага. Уже вы забыли, что у вас там связки. Вот. Не, ну, определенно, да, пришла, болела, да? Но они еще до... Знаешь, я тебе хочу сказать, не похоже. Когда стон, тогда так, плащ. Да. Не похоже. Или человек красивый, радостный, вспомнил, улыбается. Просто, что болел, да. А так уже. Хорошо. Молодец, да. Молодец, хорошо, спасибо. Сейчас немножко отпустил голеностоп связку, да? Подтягивайте большой палец на себя, вот так. Как будто руками берете, так на себя натягиваете, вот тогда движение. Чтобы у вас голеностоп работал, связки. А вы потихоньку, плавно, вот подтягивая на себя носком, вот так катите, да, так раз, потом опять отпускаете. Вот ваша ходьба, сидя. И при этом вот плечики ровно, расслабьте, не зажимайте. Вот, хорошо, расслаблены. Больше как бы дает движение. Раз, два, вот видите, плечики ровно садимся, держим ровно позвоночник. Вот. Телом немножко помогайте ногой двигать, да, вот так отсюда раз, подняв, вот. Вот ходьба ваша. И здесь вот, чем выше вы поднимаете, вы начинаете сгибать, да? Поднимать, отрывать. Отрывать, да, как будто ходите, вот. А вы плавно, потихоньку, то раскрываете, вот движение носочки, так. Потом плавно, потихоньку, вот сюда сгибаете. Вот вы здесь начинаете вот работать на голеностоп. Андрюш тоже, да, вот потихоньку отпускает, насколько может, вот так. Потом то же самое подтягиваете. До боли, чтобы через боль не работаете, да? Вот движение. Хорошо. Расслабили плечики. Отпускайте. Взяли руки так, как просыпаетесь утром, сладко-сладко подтянулись. Вот, хорошо. В сторону. Вот так. Здесь слегка соединяйте плечики. Назад так, лопатки. Вот, хорошо. И плавно, потихоньку в одну сторону. Сильно не растягивайте. Плавно. Переход через поясницу. Вот так. Хорошо. Расслабили плечики. И слегка катайтесь так вперед-назад на ягодицах. Да, так? Раз. Ручки расслабьте максимально. Плечи. Вот, так. Вот смотри, да? Тело идет вперед, а руки назад. Потом наоборот. Вот.
Хорошо, расслабили полностью. Вот так. Теперь слегка соединяй носочки, плавно, потихоньку, на выдохе, наклон вперед. Выдох вот здесь, потом раскрывай здесь, соединяй лопатку, вдох. И пошли. Плавно, через расслабление, не спешите, спокойно. Дыхание сопровождает движение. Хорошо. Теперь вот так отпускаете ноги на пятки. Расслабленные движения как раз, Андрюш, здесь вот коленный сустав, да? Легкое такое вот движение. Вот вы то же самое, плавно. Теперь отпускаете вот так в сторону, чтобы почувствовали и голеностопы, колены, тазобедренные. Максимально расслабьте. Теперь слегка, вот, да, вот, вот легкие движения на коленный сустав. Раз. Вот. И включайте плечевой пояс. Да? Раз. Вдох, выдох. Вы здесь основной на тазобедренный, да? А на колено, смотрите, тазобедренный сустав не поднимает. Чисто на сгибание, разгибание коленного сустава. Вот, вот, хорошо, вот так. Держим вертикальное положение позвоночник. Вот, ровно. Вот, 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 смотри, да, раз. Раз. Носком под колено, смотри, да, носком, раз. Видишь, даже не поднимает тазобедренный сустав, вот движение. Раз, 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 раз. Хорошо. Расслабить полностью, отпускаем. Теперь ручки вот так слегка касаетесь большим пальцем плечо и плавно, потихоньку, круговое движение локтями. И здесь плечевой пояс почувствуете. Вот. Отпускаем поясницу так вниз, отпускаете вверх, наоборот. Посмотри, да, движение. Основное руки, руки. Угу, пошли. Вот, вот. И смотри, вверх, а вниз идет, отпускаем поясницу. Вот, теперь поднимаемся. Вот, вот это движение. Вдох, вниз, выдох. Вдох, вот, вот, отлично, хорошо. Теперь в обратное направление, назад. Вот, вот, хорошо. Здесь и включать тазобедренный сустав, поясничный отдел позвоночника и грудной. Хорошо, все тело работает, да? Расслабили максимально. Вот теперь как раз включаем тазобедренный сустав. Подтягивай колено на себя, движение, а рукой туда голеностопа. Особенно, когда травмы вот нижних конечностей, в основном человек сидит, да, и засиживает тазобедренный сустав. Затекает. Вот. Поэтому здесь вот как раз вы даете движение тазобедренного сустава. Хорошо. Опять расслабили, отпускаете. Теперь аккуратно, да, то, что у вас вот голеностопные связки, вот не нажимая, слегка, вот видите, плавно. Здесь идет и голеностоп, и колено, они же тоже, да? Вот. Постепенно, постепенно, потом слегка, вот если боли нет, вот надавливаю верхнюю часть вот тела, переходит, вот, слегка надавливаете на колено, и вот, вот тогда вы почувствуете, как растягиваются голеностопные связки. Хорошо, опять отпускаем вот так, расслабили максимально. Что, рука? Отпускаете, расслабили тихонько. Вот теперь плавно, потихоньку, вот, поднимаясь вверх, вот для вас как раз акцент вот здесь вот на запястье. Только не сгибайте, а вот передавайте ощущение. Вот это. И тоже плавно, потихоньку, переход через поясницу. Вдох, выдох. Теперь с легким поворотом, так движение в одну сторону, там в другую. Здесь, да, вот постоянно работает плечевой пояс, так, грудной отдел позвоночника и поясничный. И движение тазобедренного сустава вперед-назад. Хорошо. Расслабили максимально. Теперь аккуратно, плавно на шейный позвоночник. Да, вот плавно, вот, вперед-назад, легкий, под тяжестью головы. Сильно не растягивайте. Вдох-выдох, да, движение, выдох вперед, вдох-назад. Дыхание – это как дирижер тела и дает определенный ритм движения, сопровождает это движение.
Теперь легкий наклон налево-направо. Тоже старайтесь, не делайте через боль. Больше прислушивайтесь, там у вас скрип, хруст сначала, а потом постепенно исчезнет. Легкие повороты. В сторону вот так. Раз. Сильно не растягиваем. Хорошо. Слегка подбородка так будет вперед. Назад аккуратно. И легкие круговые движения. В обратном направлении. Хорошо. Расслабили плечики, отпускаем поясницу так. Вот, вот. Теперь слегка смотрите, да? Одна рука на плечо, а вторая рука на поясницу. Вот так. И как бы наклоняясь в сторону, оглядывайтесь назад. И вот движение. Вдох, выдох. Маятник, движение маятника. Всегда поймать это движение маятника и находясь в движении. Тогда меньше будет усилия физически. Вот. И вы расслабите вот мышцы суставной связки. Вот. Вот, вы слегка, смотрите, вот прямая рука, потом раз, сгибаете локтевым суставом. Вот. И мягко, легко пальчики на плечо. Вот. Хорошо. Отлично. Расслабили максимально. Теперь аккуратно садитесь на край стула. Слегка вот ногу так выводите. Видели, как кошки тянутся плавно, потихоньку, отпуская как бы пятку от себя, выпрямляя ногу, вот слегка поворачивайте верхней части тела, да, вот потянули так. На выдохе. Нет, сначала на одну ногу. Да? Сначала на одну ногу. Вот, 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 выпрямляя ногу вот туда. Вот ничего, ничего, вот, вот, и вот теперь в другую сторону. Вот, хорошо. Вот, 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 пятку вот так отпускаете. И вот поворот теперь вот сюда, вот, вот так, хорошо. Вот и движение. Хорошо. Расслабили. Плечики, ноги отпускаем. На другую ногу вот так плавно. Вот здесь, Андрюш, там почувствовали, да, когда на ту ногу? Всегда начинается с здоровой ноги, когда делаете упражнение. Вот. Выпрямляем коленном суставе ногу, вот, вот. Хорошо. А этой рукой по ноге туда вниз. Локоть назад. Хорошо. Почувствуйте здесь. Все суставы, начиная от голеностопа до плечевого пояса. Все выстраиваете в одну линию, вытягиваете. Вот, хорошо. Отлично. Расслабили максимально. Отпускаем плечики. Теперь слегка на голеностопной связке. Да, вот сюда. Поднимайте, бросайте движение. Раз. Максимально расслабьте голеностопный сустав. Легкие похлопывающие движения носочками. И постепенно-постепенно увеличиваем скорость. Раз, 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 раз. Вот, вот. Хорошо. Ноги нужно немножко выставлять, да? Так трудно двигать. А вот выставлять вперед вот так. Да? И вот, вот, раз, раз. Так намного легче. Правильно? Вот. А когда она уже пятки, тогда подтягивайте поближе к себе. Вот здесь поднимай на носочки поднимаем, на носочки. Раз, пятки. Потом, да, закрываем, раскрываем. Раз, раз. Вот, вот, поднимаем, поднимаем вот так на носочки. Ага. Нет, вот, не поднимается? Не могу. Вот, вот, небольшое движение. Хорошо. И опять отпускаем, расслабили. Хорошо, плечики вот так. Теперь руки слегка опять вот кладете на плечики, плавно, потихоньку отпускаете локоть вперед, да? Потом переходит на другую сторону. Вот. Тоже переход через поясницу. На одну руку вдох, на другой выдох. Это плечевой пояс, вот как раз для позвоночника. Вот. Хорошо, расслабили максимально. Теперь слегка движение с руками, да, сюда, раз, раскрываете, потом закрываем на другую ногу. Приподнимаю вот раз, тазовик.
Вот момент, смотри, да, когда мы раскрываем, вот выпрямляемся, раз. Когда закрываем, слегка отпускаете и плечи, и поясница. Хорошо. Вот, расслабили. Теперь для как раз вот кисти и локтевого сустава. Да, движение. Сначала просто сидит движение отсюда, раз. Вот сгибаю его, разгибаю его, вот слегка, да, тоже. Здесь включайте опять позвоночник. Движение поднимать, отпуская движение. Раз, раз. Локти слегка прижать к телу. Вот движение. Хорошо, расслабили плечики. Теперь смотри, да, движение, вот, раз. Вот, круговое движение. И здесь слегка и включать, вот видите, движение отсюда, и кисти, да? И в обратное направление, вот отсюда, раз. Вот движение такое, как кастрюли моете, вот. Да? Локоть прижимаем, прижимаем локоть. Вот вертикальное положение держим позвоночник. Слегка раз. Хорошо, расслабили максимально. Вот сейчас вот упражнение вот, да, на кисти, кистевой вот сустав, локти и плечевой. Смотрите движение сюда. Вдыхая, собирайте пальчики, вот это называется шепотка, да? Потом плавно, потихоньку, как бы подмышки, отсюда наклон и в сторону. Подтянулись, выдох, потом опять возвращаете отсюда. Еще раз. Хорошо, вы почувствуете вот этой мышцы тоже, да, обычно дряхлее, чем возраст, а вот как раз вот на это движение вы почувствуете, включаете вот эти мышцы. Расслабили. Теперь движение, смотри, да, в сторону, слегка сюда, вот движение. Вот одна рука как бы руку раскрывает, а второй опять вот движение, вот видишь, шипотка, раз, и вот перетекаешь движение. Как бы эта рука дает, а эта берет. Вот, будем лечь в разные стороны. Так, хорошо, вот, не-не-не, эту руку вот так сюда разворачивайте, а это растягивайте вот туда. Вот. Вот здесь шипотки собираете, вот, во. Вот, теперь меняйте другую сторону. И вот тяните в плечевом поясе, вот. Это скручивающее движение, это хорошо для сустава, и локтевые, и плечевые связки здесь все вот включает. Наоборот, да. И вот посмотрите на меня и за мной. Вот, отлично, хорошо. Расслабили. Это что, нет координации движения тела, да, и вот получается никак не слушается тело иногда. И отпускаем опять, расслаблен максимально. Хорошо, расслабили. Опять берем руку, так подтянулись вверх. От себя назад. На себя. Расслабьте вот здесь, отпускайте запястье рук. Вот, хорошо, для того, чтобы руки напрягайте, через напряжение. Вот расслабленно, да, тянетесь, вот. Максимальное расслабление. Хорошо, расслабили полностью. Так, теперь встаем. А вы слегка, вот сидите, вот движение должно, да, раз, раз. Чтобы у вас вот на сгибание, разгибание. Поднимаемся. Так, положение всадника. Слегка опять держите вертикальное положение позвоночник, весь тело больше на пятки, здесь локти тянет плечи вниз, чтобы плечи не было зажато. А вы тоже присоединяясь на сидя, вот это движение, вот ручки вот в руках как вожжи держите, да? Вот вожжи вот. Разворачиваем, смотрите, руки вот. Вот. Теперь плавно потихоньку вперед, назад. Держим центр тяжести ниже пупка, да? Вот, чтобы у вас не повело вперед, назад. Вот.
Теперь налево, направо. Вот, расслабьте, кисти расслабьте, расслабьте. Вот, вот, у вас должны вот, о, кисти расслаблены, плечи. И теперь по кругу. Боль не отдает, Андрюш, колено? Хорошо. В обратную сторону. Хорошо, теперь ровно стоите, легкий вот, вот движение. Держим перпендикулярный позвоночник, вот так. Вот, вертикальное положение. Не отрывая носочки. Здесь вот почувствуйте как раз связки голеностопной. Раз, раз. Вот, вот, вот. Приподнимай его слегка, растягивайте. Хорошо, расслабили. Теперь движение толкающей груди вперед. А вы одну ногу выставляете тоже так вперед. Так, Андрюш, небольшое движение, да, отсюда. Руки назад, а тело вперед. Еще чуть пошире, вот так, хорошо. А верхнюю часть держим вертикально. Слегка соединяйте лопатки. Вот. Тоже движение маятника вперед, назад. Наоборот, руки на себя, а тело вперед. Хорошо. Расслабили плечики. Вот смотри, стоите в вертикальном положении, держите вот тело. Вот. Легко, как вокруг оси движения. Расслабьте максимально плечи. Вот. Теперь движение, как будто вы зачесываете назад прическу. Вот отсюда. Раз. Сначала тело уходит, а потом рука тянется. Вот движение. Это на плечевой пояс. Да, почувствуйте вот сейчас здесь. Вот. И в обратную сторону. Движение как плавание. Синхронным движением руками. Хорошо. Теперь слегка поднимая от тазобедренного, вот, вот сидел хорошо вот так. И отпускайте плечики. Дайте плечам движение. Ручки, смотрите, вот расслаблены, вот по кругу слегка. Только не заденьте стуль, стульчики. Вот, вот небольшой, хорошо. Хорошо, расслабили. Вот теперь на грудной отдел позвоночник, плавно потихоньку поднимая вверх, вот соединяете лопатки. Здесь отпускайте грудной, не поясница, а грудной. Получая движение, да? Выдох. Вот не поднимая на носочки вперед, вперед, вперед. На обе ноги вот так, раз, носочки. Ноги прямые. Ручки отпускаем, вообще отпускайте руки. Вот висят, руки висят. Вот, вот висят и все, не поднимайте локти. Вот, раз, вот, вот. Вот, вот сейчас правильно, раз, маятник движения. Хорошо. Расслабили ноги. Боли нет? Хорошо. На другую ногу. Плавно, потихоньку, подняв вверх, соединяйте. Потом раз, отпускайте здесь плечевой пояс. Не фиксируйте положение. Да, раз, и возвращаетесь. Вот. Вот. Хорошо. Расслабили ноги. И слегка сейчас пятками так постучали. Вот то, что Петр Александрович говорил, да, здесь включается как раз связки, сухожилия. Вот, даете нагрузку, вот, легко исходит. Теперь смотрю, плавно, потихоньку вы акцентируете на запястье руки, вот, на прямых ногах, и вот здесь растяжка такую в сторону. На прямых ногах плавно, раз. А вы здесь слегка поворачиваете бедро, вот, ага, потом раз. Хорошо, вот, вот только вот, вот здесь сюда поворачивается, вот, вот наоборот эту руку, вот. Теперь другую, вот в этот переход сюда, вот этой рукой переводы. Вот, хорошо. Вот движение. Угу. Вот смотри, здесь запястье, раз, плавно. Вот, вот хорошо. Носочек здесь тянете, почувствуйте голеностопные связки. Вот. Слегка прогибая поясницы. И максимально вы тянете вот напряжение, расслаблен. Хорошо, раз. Расслабли. Вот движение. Раз. Раз. Вот, вот, видите? Настолько нужно расслабить плечики. Вот. Вот. Вот это движение. Хорошо. Расслабьте. И опять плавно, потихоньку движение. Сейчас вот, вот мелкими шагами двигайтесь. Ровно держим. Вот, 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 хорошо. Пристаете. Ручки дайте мне.
Вот так. Держите. Поднимаемся. Вот так вот стоим. Вот, опираясь на руках и пошли. Раз, 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 не спеши. Вот, вот, плавно. Опираясь на моих ручках. Вот я так. Стул можно поставить. Ничего-ничего. Вот, а когда вы с человеком, у вас координат движения. Выпрямьтесь, выпрямьтесь. Держим ровно. Вот так. Хорошо. Раз, 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 раз. Вот, 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 вот. Отлично, хорошо. Не спешим. Спокойно. Расслабьте плечики. Вот, вот, периодически вот так. Ага. Хорошо, присаживаемся. Отлично, вы расслабьте максимально плечики сначала. Хорошо. Ноги вот так отпускайте. Расслабили максимально. Теперь в вертикальном положении вот так сидим. Вот смотрите, на край стульчика. Вот. Ручки вот кладете на тазобедренные большие мышцы. Вот, плавно, потихоньку смотрите. Да, ощущение груза внизу руки. А верхнюю часть держим вертикально. Да, плечами движение вперед. Вот то же самое. Да, разворачиваешь ладони, раз, посмотрел. Потом на другую руку. А эта рука разворачивается в обратную сторону. И теперь взгляд вперед. В зеркало себе, чтобы вы видели. Хорошо. Теперь плавно, потихоньку в сторону. Растягивайте чуть пошире ноги, вот, наоборот, смотрите, да? От колена в сторону, да, и слегка отпускайте плечо вперед. Вот переход с ягодиц на ягодиц, да, движение, вот, вот, раз, вот, и вот здесь включает тазобедренный сустав, вот, смотрите, да, раз, видите, бедро выводит слегка вперед, ноги вот так расставляйте чуть вперед, вперед, вперед ноги. Вперед, значит, не здесь, а вот сюда, вот вперед. Ага. И вот отсюда, видите, слегка, от ноги. Вот бедро. Вот, вот, вот. И плавно. Раз. Небольшое движение. Вот. Слегка. Теперь движение, толкаешь ладони вперед. Вот. Плавно. Переходя опять тоже, да, вот движение маятника. Плечевой пояс, поясничный, тазобедренный сустав. Толкаем, от себя толкаем вперед. Вот, вот ладони, раз, ладошкой. Вот. Теперь в руках, как в зеркало, посмотрю в одну сторону, потом раз в другую. Раз, вторая рука висит, вторая рука висит. Вот, свободно отпускайте вторую руку вниз. Хорошо, расслабили максимально. И вот слегка сейчас легкое раскачивающее движение. Да, вот ощущение вот, рук, как вот хвост у рыбы. Вот, плавно. И теперь по кругу плавно наклоняясь, вот так вперед делать движение круга. В обратном направлении. Хорошо. Расслабили, отпускаем плечики вот так. Не устали? Все в порядке? Теперь смотри, да, слегка поднимая колено вот так, локтями в направлении сюда. Выпрямляете потом. В одну сторону, потом раз, в другую. Отлично, хорошо, расслабили максимально. Плавно, потихоньку вдохнули так, вдох. Потом выдыхаете. Слегка опять вдох. Теперь набираем животик. А потом плавно, потихоньку выдыхаем. Отпускаете плечики. Еще раз. И расслабили плечики. Теперь работаем на движение такое, да, как испуг. Сжимаемся, разжимаем, движение сюда. Резко вдох через нос, все тело сжимается, потом отпуская, разжимает. Почувствуйте диафрагму, да, втягиваете отсюда движение. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 14, 15,
6 назад. Вот, вот, хорошо. Голова не кружится? Все в порядке? Когда сжимаю все тело, вот то же самое, да, вот сустав, колено, сустав, то же самое. А вывод как раз вот то, что касается кисти. Вот, расслабили. Следующее движение, да, тоже аккуратно делаю. Смотрите, вертикальное положение держит позвоночник. Потом, когда вдыхаете отсюда, раз, отпускаете. Потом, как суслики, да? Раз. Плечи не поднимать только. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Хорошо. Расслабили максимально. Взяли руку, подтянулись вверх. Вот, хорошо. От себя назад. Не так только. Вот, вот так возьмите вот руку, да. Вот, вот. Ага. И на себя. Хорошо. Теперь смотрите, да? Движение то же самое. Вот, с подъемом ноги. Движение сюда. Видите? Как бы плечи уходят вниз, вот так, а нога вверх. Вот, да, что получается. От нас на что-то наступил острый или горячий, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Хорошо, отпускайте, расслабили. И слегка вот так вот движение. Хорошо. Теперь движение насоса, да? Смотрите, втягивая диафрагму отсюда. Раз, руки, плечи вниз вот так вот, слегка скручивая. А потом раскрывайте. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Хорошо. Все в порядке? Отпускаем, расслабили максимально. Опять плавно, потихоньку, соединяя носочки с выдохом вперед. Вдох отсюда. Хорошо. Расслабили плечики. Слегка шейно, плавно, потихоньку отпускаем. После таких напряженных упражнений вот, нужно расслабить максимально мышцы, связки в обратном направлении. Хорошо. Теперь слегка поясницу вот так вот. Мышцы вдоль позвоночник растирайте вперед-назад, вот круговыми движениями. Начиная тазобедренные, вот мышцы бедра, вот плавно, вот, вот колено, суставы, икроножные мышцы, голеностоп. Потом обратно возвращаетесь вот так, потом на другую ногу хорошенько вот так, чтобы у вас застоя не было. Ручками слегка теряем ладошки. Плечики вот так отсюда. И теперь мышцы лица слегка плавно, потихоньку, например, растягивать вот движение. Потом вот здесь вот выход к ушным раковинам, да? Вот, разглаживайте вот так, растягивать, да, морщинки, здесь подбородок вот так. И слегка берет мушку шеи, вот нежно, так, мягко, вот так, вниз, потом в сторону растягивает, идет, потом ушной рак берет, вот так, ушки, вот так, вот. Потом круговые движения, плавно в одну сторону, вот так. Потому что очень приятное ощущение, очень много нервных окончаний на ушах тоже, да, точки у нас вот массируя, очень приятно. Теперь смотри, да, от затылка плавно, потихоньку растягивая подушками пальца вот так идете по шейным позвоночникам, так, до седьмого шейного позвонка, который выступает. И вот растягивает в сторону плеч, вот так. Вот.
Хорошенько так, отлично. Теперь смотрите, да, от ушей туда, вот большой палец туда к челюсти вставляет, и опять к затылку растягивайте вот так. Особенно там, где места соединения шеи с головой, вот этой вот бугры, их растягивайте вот так. Вот. Бывает, когда головные боли или чувство тяжелое, вот это растягивая, вы расслабляете. Так, мышцы связки, потом кровообращение хорошее. Вот. И слегка разглаживающие движения. Вот отсюда. Смотрите, да, вот рукой вот так за шею, вот потом раз, подбородку туда против движения руки слегка растягивать. Вот здесь шейные вот связки позвоночника. И расслабили плечики. И теперь вот бодрым, веселым шагом сидя, легко-легко, свободно. После того, когда вы хорошо разогрелись, максимально расслабьте голеностопы. Вот, легкое похлопывающее движение, да, чтобы вы почувствовали носочки. Потом пятки. Да. Вот пятки, вот почему нужно хорошенько, чтобы вот это, то же самое. Потому что у нас ахилл питается от пятки. Там не так много сосудов, поэтому здесь вот вы вот стучая даете вот импульсивные такие движения. Массируете вот, 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 под пятки. Расслабили максимально. Подышали, вдох. Делать движение, смотрите, не «ф», а вы начинаете работать вот именно диафрагмой. Важно всегда, когда вы начинаете с дыхания, да, и заканчивать тоже с дыханием, расслабление, плавно, потихоньку почувствовать, когда разогрелись, и обратите внимание теперь на координацию движения, да, тела, настолько как бы уже легче, потому что вы хорошенько разогрели все суставы, связки, мышцы, сухожилия, и вот как бы, когда мы получаем определенный тонус, да, настроение так увеличивается, поднимается, то есть легко, легко. Носочки. Раз, 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 раз. Подтягиваем теперь поближе к себе, насколько позволяет. Вот у кого под себя ровно сидите, вот смотрите, да, в вертикальном положении держите вот позвоночник, и вот включая тазобедренный сустав, плечи, вот, вот хорошо, больше плечами. И теперь, отрывая вот носочки, вот, плавно, потихоньку движение. Раз, раз. Хорошо. Встаем. Так. Вот так, вот, 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 вот так, взяли руки. И теперь пошли бег, так? Раз, 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 раз. Вот, вот, вы небольшой. Раз, раз, раз. Вы пошли, 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 пошли. Хорошо, сейчас я вам стульчик поставлю. Ручки отпускаем, расслабьте плечики, дайте плечам движение. Раз, 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 раз. Пошли, 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 пошли. О, тут когда включается вот эта связка сухожилия максимально как бы на это. И расслабили так. Подтянулись вверх. И с выдохом плавно, потихоньку наклоняетесь. Расслабьте плечи, поясницу, слегка полусогнуто колено сустава, слегка раскачивающее движение. Опуская бедро, поднимаемся с вдохом. И расслабили плечи. Хорошо. Спасибо за активное, хорошее занятие. Так, до следующей встречи.
Не устали? Нет, нормально. Нормально, хорошо, прекрасно.